Я Дэвид Карп, основатель Тамблера. Я начал думать о Тамблере в 2004-2005. На самом деле, мне просто самому очень хотелось использовать подобный сервис. Тогда в сети была большая свобода самовыражения. Только появилась возможность выкладывать видео. Можно было загружать большие, высокого разрешения фотографии на Flickr. Писать в блогах сколько захочешь. Но в то же время, хотя технологии позволяли все больше и больше, сервисы разделились. Сложно было создать в одном месте что-то такое, что представляло бы тебя целиком. Твою идентичность, твой образ. Что-то, чем можно было бы гордиться. Существовал набор разных раздельных инструментов. Они позволяли показать всем лишь небольшой кусочек себя. Так что для меня Tumblr стал чем-то, чего я хотел для себя самого. Местом в сети, которое было бы мое, которое меня бы представляло. Я купил davidvill.com за несколько лет до того, как зарегистрировал tumblr.com. Я хотел собственный домен, чтобы сайт выглядел именно так, как я хочу. И чтобы я пустил туда то, что хочу. Сейчас у меня все те же мечты. С тех пор, как на Тамблере появилось сообщество креативных людей, они стали нашей главной целью и задачей. Помогать им создавать лучшее, на что они способны, и показывать это аудитории. Вот наша главная работа за последние 6 лет. Этим мы и продолжаем заниматься дальше. А сейчас меня вдохновляют две вещи. Во-первых, для Тамблера недавно произошло большое событие. У нас всегда были отличные инвесторы и партнеры. А теперь с нами будет работать одна из самых больших компаний в мире. Она поможет нам достичь более смелых целей еще быстрее. А во-вторых, сейчас совершенно невероятные технологии. Теперь у тебя в кармане лежит устройство с нереальными вычислительными способностями. Новый телефон Samsung скоро выходит с планшетом вакуум на нем. Невероятные возможности для творчества в устройстве. Интернет подключен. Сделал что-нибудь красивое, загрузил на YouTube или на Tumblr, никого ни о чем не спрашивая. Сам создаешь свою аудиторию, находишь ее сам, разрабатываешь ее сам. Возможности, которые Tumblr дает малому бизнесу, только начинают открываться. Tumblr — это ведь платформа для создания брендов. Креативщики, которые им пользуются, создают свой бренд, свою карьеру, свой образ, часто с нуля. А иногда берут и приводят свою аудиторию и расширяют ее. Несложно себе представить новый бизнес, о котором пока в интернете не знают, но который с помощью Tumblr рассказывает истории, а они привлекают людей. Говорят им о ценностях и целях компании. Мне кажется, этот тренд только рождается. Уже есть кое-какие примеры, и я думаю, что мы скоро увидим много новых. План Б на сайте rbk.ru.